Так, знаешь, за Вландию против империи, против клана, как это, X, что это, восьмерка? 13-е столетие. А, 13 столетия. Ну что, я попробую арбалетчика. Может и так получится, хотя вряд ли, да? Может быть, даже вообще не получится их выиграть. Сейчас посмотрим. Да они не сильные на самом деле, так что. Ну да, но у нас три человека просто в команде, а не в Дискорде. Расслабься, они не сильные. Да, они слабые, я знаю. Вот у нас один из клана Ад и Хорус тоже, он вроде, как я понял, их лидер. Минус 38. Ау, вы что, в другую сторону пошли или что? Не-не-не-не. Мы там А, стреляем а пока. что тогда? Все-все, на А, быстрей. Мы там не работаем Один еще. двуруч, один двуруч. Отступайте. Какой-то Какого слабо. черта? Тут смотри, вот этот, блин, тут как его называется, было. Лучше. Зараза, Леня, стреляй по ним. Конница сзади. 71 ему снес. Ну, бля! Девяносто восемь. Хаги, я ему снес. Тебя его один удар по нему. Давай, держу, он убегает. Не, ну я же не прома. Тебе надо было его убить. У него мало хп. У кого? Да его лукаря, на Б его гоню. Понял, сейчас спущусь по лестнице. Ой, блин, это с нашей конницы. О, там у них другие За нами двое по лестницам идут. Лукарь меня держит. Он сбоку, слева от лестницы. Иду на лукаря. Сзади тебя пехота. Сзади меня тут двое. Зажали меня. Ёпт! Мы я тебя... Да, я не меня. Понял. Я не понял тебя, да, окей. Я что-то их не это и панул. Да, проиграли мы этот раунд. Все из-за вас. Подожди, твое на 5 осталось. На 6. На точку забрать мы можем проиграть. Если да нет, бегу, уже бегу на точку. Не-не, меня нет уже, все. Крац, ты один. Не, Леня, да. Еще. Еще Орлёни и Хорус, но они... Раз последний красиво умер. Честно, не честно так, да? Одного, блин. Они русские? Да, они русские. Ну чё, мне взять сержанта? Ну, можешь взять арбалетчика, то... Взять Бери арбалетчика, ну и иди с нами, ну, ладно. Не иди туда. Окей, окей, взял арбалета. Не единственный арбалет у нас. Если проиграешь, проиграем, ты уж виноват. Угу. Всегда я виноват. Да, мужчины всегда виноваты. Че, женщины что ли виноваты? Мужчины только виноваты во всем. Вам когда выгодно, то всегда мужчины виноваты. Чтобы пилить. А нам всегда выгодно. Ну да. У них боится. Блин, у меня бак не стреляет. У меня арбалет не стреляет. Выброси, подними. Да, сбрось. Коник сейчас сзади заедет. Три сверху. Могли бы запушить нас, тут четверо было. Блин, я обхожу. Опять так Лукарь. Пошли на лестнице. Нет, Хаги, к нам иди. К нам иди, на Б. На Б, на Б. Хаги, сюда, к нам, спускайся. Да иду, не могу, подожди, не кричите, блин. Я вижу все прекрасно. Все, нет, я ошибся. Я за тобой просто попер. Хаги, спустись, я тебе помогу, если за тобой идут. Да, идет один тут, блин.
последний. Да, блин. Кратц, доброе утро. Не увидел его. Один лучник на лестницах. Минус 46 по всаднику. Пускаются. Минус 48 пехоте. Минус 35 пехоте. Можешь добить Леню, у него мало хп. На один удар, на два. Сука, всадника спешил, на меня другой. На ца. Леня, уходи. Притянитесь, я на всадника пойду. Блин, лучник сверху, аккуратно. Не успеваю отступить. Захватите ж це. Да сука, а? Ч меня фризит? Периодически. С Кратцем тусуйтесь, просто прикрывайте, чтобы его там толпой сейчас не загасили в 10 стрел. А он пусть убивает. Вылази на крышу этот лучник. Сзади один. Я все. Думаю, вы продержитесь. У них вся команда жива. Ты что, шутишь, что ли? Бля, подфризивает, я не знаю. Ну что, сержанта взять? Ну, давай, я попробую арбалетчика. Давай, попробуй. Ну что, думаешь, булава плохо тут зайдет? Ни одного конника. Нормально, потому что у них броня мощная. Просто у тебя меч был. Я просто не привык на булаве играть. Че, она медленнее? Угу. Да, она намного медленнее. Да, да. Не, я тоже не то чтобы прям мастер по ней. На ней просто еще и не все удары с пинком проходят, так что. Давай тогда от арбалета попробуем. Хаги, может ты тогда за Кратцем ходи, чтобы его не это, кава, и с копьем. Хотя вот этих... Их трое. Давайте, убить пушьте, бы. Пушьте. Да-да-да, идем. Надо убивать, пока их трое. Смотрите, чтобы справа опять этот лучник вылезет сейчас. Подходите. Минус. Один лучник на лестнице. Да всё. Блин. Иду, Кратц. Так. У нас точек нет. Я це захвачу. Но мы на А сражаемся. У нас тут еще много сил. Нам бы сейчас их тут дожать. Понял. Меня убил кавалерист. Это был не я. О, сука.
попробую еще раз. Да слезь ты, имбецил! Б последний, иду на Б. Очков мало. Они все идут на Б аккуратно. А, не, они не на А. Не-не, они на А идут. Я на Б. Они здесь у меня. Не выходи, не выходи, Соло, не выходи, тебя сверху копьем могу затыкать. А Б нету? Там один кавалерист. Нет, есть. Кавалерист не все. Ничего страшного. А, ну есть лучник. Да все здесь. Да. Я спускаюсь. Ну ёпта, еще один прискакал. Ну может дискорда еще не хватило нам для координации. Да не, тут я плохо отыграл просто. У меня сейчас за пехоту получилось эффективнее, просто уже все умерли потом остальные. Ну это первая игра еще, не размятые. О, реванш. Я не знаю, конечно, у нас получится или нет. Не, наверное, конницу будут брать. Можем все варягов просто пить и не париться, мне кажется. Скупим. Чё, Крас, какие предложения? Можно 3 варяга, 3 кавы взять против кузнеитов. Давай я варяга. А, или, блин, у нас на каве мало. Я каву туда. Ну что, у кузнеитов всегда просто много кавалерии. Да, у них трое. Он один пошел. Две кавы наш лес. А давай закраться вообще, чем мы отъехали-то. Да, они уже здесь. Рыцарский удар. Залетаю к вам. Меня двое убили. Я причем закрылся от рыцарского, все равно убили. Возьму лукаря, но... Я не успел взять копье, если что, когда пикал. Кава минус 74, одна. Ко мне идут. Хаги. Серьезно.
Ну-ка, сука, да, фокусит. Я варягу когда возьму. Вокруг тебя лучники, ты копье не можешь, блин, вытащить никак. Там были моменты, я за тобой немножко наблюдал, когда 100% надо было копьем дать. Так, да, лучники, конечно, мешают. Порики покидать, и я больше дамажа не машу, чем, блин, копьем я... Не знаю. Не-не-не, копье надо. Я не спорю, что проще, но топорики нужны. И ты просила сама говорить, как лучше, как эффективнее, говорю. Можешь не осваивать, я тебя не заставляю. Но лучше освоить. Для эффективности, если для эффективности именно. Но нет, не обязательно. Вот, я сейчас чисто копьем. Сзади капли видит. Сука. Да-да, хаги бери. Еще можем выиграть этот раунд, если аккуратно. Против меня тут. Что ж, против меня двое. Так долго с пушником разбирается. Что конница мне дает тут? А не видишь, я вот заметила, у них если на лукаря нападают, что они будут. В общем, защищает лучника очень сильно своих. Еще и убили его. Я что, последний, что ли? Да. Ну двое осталось, я говорил, тут раунд был хороший. Больше шанс, но чуть-чуть не хватило. Я также пикну варяга с дополнительной броней и с копьем. А у нас один еще икс нажал. Может быть, победили бы. Ну сейчас последний раунд уже, если они выиграют. Но мы у всех у них у всех смерти, по много смертей. Я тут.
Пошли за кратцем. Конница сзади сейчас заедет. Надо. Бежает. Хаги, иди к нам. Мы растянулись очень далеко. Ой, сори, Хаги, это я. Сори, я раздамажил всех, по-моему. У меня один хп. Я иду за лукарем. Снес минус 58 пикатик. Никак у нас точки проигрываем. Я не успел блок фаст. Кава у них все бот. У них есть кава еще. Вся коцана, я очень. С. Иду на С, я возле С появился. Вступаем. У них самых пушим трех пехотинцев. Да. Пока. Аня, уж еще у кого-то жизнь. Ну хорошо, если они появятся даже. Ой. Где он? А вон он, на Б. Да, блин. Все. Еще жизнь у него. Это он икс прожал. Очко престижа. Странно, вот в этой им сложнее за Кузаид против Стурги. Хотя у нас такой же состав, до этого за Вландию и против Империи. Ну и Империи, наверное, конечно, имбовые очень эти легионеры с пилосами. Они просто метают и сразу минус, считай, минус человек. Две таких штуки имбовых. Ну им еще попасть надо. Мясколавка. У нас кого нету, спешили и убили. По лошади, отлично. Тоже спешили, убили. Ой! Тебе повезло. Мне очень повезло. Их пехи на платформе. Они ушли на бэк. А, мы, может, тоже... Крас тебя сзади, да, стреляем.
Рацпнул, как злых духов изгнал. Типа кыш-кыш. Вы пушите, пошли? Не пушим, не пушим, не пушим. Мне кажется, цех этот просто взять. Да тут лукарь объезжает и стреляет. Смотрите, конный. Кава, где наша? По-моему, у нас ее нету. А, нет, есть. Что такое ха? Хорс Арчер. Полагаю, что он не знает. 66 по Хорс Арчер. Убил я. Отлично. Командная работа. На А. Одна, перетягиваемся. Пушим их. Пушим. Пока есть возможность. В конь залил. Один пех лопата. Если что, я беру А. Да, бери. Я 52 лукарю снес. Мне брать А? Не, Леня берет. Я беру А. Отлично, мы сейчас выигрываем их по сути. Если соберемся. Меня убили. Бегу. Пытайся поскорее К подтянуться. Хаги, прижмись к стене. Не будешь сильно. Отлично. Меня пушит, нужна помощь. Бегу. Прыгай. Да куда, блин? С тобой одного на себя забрал. Отлично. Давайте, бейте пеха, контролирую каву. Пеха уничтожьте. Кава минус 26. Блин. Отходи, спустись ко мне, я не могу тебе помочь. Все, спускаемся. У них третий идет. Отлично. Это Арчер. Пошли к стенке, пошли, прижмемся. На платформу давай заходим. Пошли. На лучника пошли, Кави, сейчас будет трудно выпрыгнуть. Что, не бежим. Я, может, его здесь по контролю, он сейчас будет подходить? Ну давай, я на Каве. Я на него схожу. Угу. Кава на тебя едет, отходи. Схожу. Может, от угла этого играть просто. Да, стань к углу, прижмись к углу. К тебе Кава. Ты можешь захват так останавливать. А, все, пошли пеха сначала. Пеха. Я лукаря. Давай. Давай, Лука. Аккуратно старайся играть. Давай, я снизу. Отлично. Все. Красиво разыграли. Вообще, 2-2 затащили. Сколько у тебя еще хп было? Меньше половины, где-то процентов 20. Ну, у меня так же. У них такой же вроде пик 2 пехотинца, 3 всадника. Угу. Написал го А, но мы уже на С. Поздно написал немного.
Не все на Б. У них Кава заехала за С, будет пикать, если мы уйдем с С. Нам без точек останемся. Сол. А. Ой, я что-то, я вообще меня проглючил, я думал, я за кратцем иду. Потому что тут кратц, у меня флешбэк уже так бегал. Все, пошли, перетягиваемся на Б. На Б, 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 пушим Б. Кава к вам едет. Я беру Б. Я в основном Каву пасу. То есть не рассчитывайте на меня в бою с тинцами. Еще Кава. Отлично. Еще сзади. Все, на Б, встали, скучку. Бля, меня убили. Скучку на Б, скучку на Б. Чтоб Кава вас не достала. Все, пошли на, перетягиваемся на. На С. А, блин. На С, последний. С. Не видел, что последний. Одна Кава наш лес. Нас точка, мы сейчас проиграем. Не-не-не, нормально, успеваем. Ай, попали. Ты же еще есть жизнь? Да-да-да, у меня есть. Держите точку. Ой, я далеко, я очень далеко. Не, меня убили. Меня аж на раз заспаунило. Кава, ну что ж ты? Лёня, тебе надо спешиваться. На точке, будь на точке, стой на точке. Все, все, не успел, не, не надо. Все. Там секунду не успел. Ну, не, неплохо. Они-то все сидят как бы в Дискорде и постоянно все вместе играют. Мы впервые, так что нормально. Нет, нет, нифига ему не легче, ему реально сложнее. Вот смотри, у меня экран, я вот... Мне нужно головой вертеть туда, влево, вправо, пока я... У тебя он слишком большой, это другая крайность. Нужен оптимальный. Оптимальный это там дюймов 27 плюс-минус там. Экран. А у Кратца вообще 17, при этом он очень круто вот играет. Вот у меня был сейчас 17, я бы тоже асовски играла. Да, все дело в этом тупо, да. Не, реально сложно, то есть сложнее. Чё, я когда линейку играла, у меня тоже играла, тоже на лэптопе, и тоже маленький был такой, и я, блин, асовски играла. По линейке там скиллы надо просто прожимать в основном, там же тебе не надо вот именно, куда ты повернёшься. Там нужно какое-то, там всё надо, не знаю, чё, куда. Всё видеть, кто откуда. А тут видишь, блин, ни черта ничего, блин, не видишь. Пока как бы, не, большой слишком экран тоже не нужен, потому что реально там головой нужно вертеть, это я согласен. Нужен такой оптимальный. Ну вот я, например, тоже, я не все вижу, что на экране происходит, у меня 27 дюймов. Я не все вижу, я арбалетчик. Я вижу вот то, что в центре, остальное боковым зрением только если. И все, но мне кажется нормально. Еще же влияет, как ты поставишь монитор, насколько близко к себе. Ну вот у меня впритык к клавиатуре, то есть идеальная эргономика. И то у меня сейчас клавиатура, это старая, я на ней играю, она херовая. Блин, надо новую поставить, уже реально заколебался. Ни в кого нету. Кстати, против кого мы? Какие-то чуваки тоже, наверное, в стаке играют. У них лучник хороший. И Валос тоже, пехотинец неплохой. У нас какой-то, блин, Закрестинина с вилами пикнул. Был. Ты его нет. Был. Да, все, я убегаю через Б.
Блин. Нас там, конечно, зажали. Голову такая шмяка прилетела. Хаги, я по нему стреляю. Нет, не стреляю. Меня метают в меня эти. Отходи, Соло, отходи к лестнице. Пошли, сейчас подождем точку, посмотрим. Пошли, пошли на Б, пошли на Б, спускаем. Уходим. Да-да-да, я тут постреляю. Где отходим к этому? Не пустите их на точку, можем по морали сейчас победить. Бля, идиот. Ты перекрыли этот. У него эта херня. Задолбил. Бегу к тебе, Хаги. Не все. Спускаюсь. На Б. Че, все умерли? Вот этот мстит, я там одного у них забил. Дикобраза похож. Ну так. Чё, мне возрождаться или Икс прожать? Икс, конечно. Наверное. У нас тут справедливости ради реально один этот на этой фигне, на всей. Крестьянином был, так что... Чё, настрекало? Не, сейчас вот у меня получилось очень хорошо поработать с арбалетчиком. Ну не очень хорошо, но нормально теперь хорошо. Просто вы умерли. А у меня значок Скорпиона на щите. И что, надо бежать первым? Угу. Значит, кинь в него свое копье. Я... Пошли на Б, у нас меньше пехов. Пошли на Б, у нас меньше пехов. Все, иди. Стоит еще до последнего. Они тут пинаться не умеют, я тут их сейчас. Они тут. Умеют они все. Они тут в этой. За мной идут два пехотинца. Уходи в другую противоположную эту, блин, как я ее называю. Я их тут могу им легко. Вот сейчас, если тебя убьют, и Лёня там еще тоже. Лёня убили. Во-во. Лёня, тебя подставили, блин. Выходишь. Всё, выходи, сразу уходи в противоположную. Я эту лаз, скорее всего, играю. Или я не знаю, у меня это что, тупняк такой идет, я не могу сосредоточиться. Давай. Истеричка с синим лицом какая-то носилась. Прости.
Извини, добавила тебе еще. Лишь хотела помочь. А вышло как всегда. Ну ничего, это... На Б, Б вообще. За мной идет один. Уходи. Там их двое. Трое. Лучника сразу надо было. Меня отвлекли. Уходи. Бегу. Все, уходи. Меня убили. А тебя убили? Меня тут отвлекли, еще позвонили мне на мобиль. Ну вы чё? Блин. Блин, лучник их не... Нижний блок поставь. Охеренно. Чё, мне X прожать тогда, не возрождаться? X прожил. Ладно, я кого попробую взять. Ура, давай, спасибо, я жду. Пехотинца попробую. Вот Кристинин решил взять. Че, на С? Он выкидывает у нас что-то. Ну, вот тут у нас этот, он один пошел. Рандом, который. Он, видимо, не будет слушаться, раз сразу один пошел, ну. Посмотрим. У нас две камы. У них на А пошли, ребята. Да, у них тут пятеро. На Б уходим туда. Не, а там Кави неудобно будет работать. Подожди, Леня. А тут сейчас уходим, уходим. Месяц и все. На С пошли. Этот пошел. Да, 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 на С. Осторожно, метать будут. Все, этого уже убивают. Леня, уходи, на С. Все, его убили там. Чтобы Кави поработать, пусть сюда подходит. Я в шоке. 4 пилоса в меня прилетело. Лёня, а чё ты на бета остался? Так я на С пытался уехать. Не, я Лёне говорю. Ага. Лёня. О, у них да. Там один. Ах ты, нет, уже не один. Отходи, Кава, я. Куда я дойду? Ну, не знаю. Ой, прости. Ничего. Чё, Б последнее. Но запас есть большой, давайте убьем их на С. Бегу к вам. Там один бичит. Все, прямо в сердце ему. Кава едет их. Леня, на Б. За себе бара. Сзади. Yeah.
Сверху прыгивают. Меня убили. Бегу. Блин, мне ждать остальных? Ходи, отступай, если можешь, ко мне. Отступить сейчас, у нас очки есть. Ты... Нет. Давай еще подождем, еще. Там вот метают еще... пилы со стороны. Там еще хаги есть. Давай отойдем, хаги еще есть. Хорош. Сука. Я за точкой. Бегу к вам. Блин, своими копьями тут ужас какой-то. Сори, они лучше меня играют. Тут, я старался. Блин, они в этих распашонках, можно было их этими мечами. Копьями, мне кажется, там, блин, тяжело было. Да я и взял меч поэтому, за этого. Я меч-то взял. Так воевали-то тут вы мечами в этих... Как... Ага. По точкам проиграю сейчас. Ага. Соу, чаще верхний удар используй. Тут только боковыми бьешь. Ну да, но я тут сейчас пытался просто убегать от них. И уже это... дезморальки. Женя, ты сливаешься или пойдешь дальше с нами? Или ты из тех, кто сливается? Все, Леня слился. Я все пока что. Спасибо за игру, всем пока. Я не чувствую уверенности в твоем голосе. Все, видишь, нас все меньше и меньше становится. Там... Зови, паладин. Зови, ты все зовешь кого-то, никто не... Кого я зову? Не знаю, кого ты... Я новичков, я не новичков совсем не хочу звать сейчас. Ну старичков зови, господи, не говорю тебе новичков, зови старичков, блин. Будем брать. Там не просто опять этот клан, там этот клан, и им еще Сираев дали. И у них 5 человек, а может даже и 6. А у нас 4. Шлёня нас покинул. Ну, я тогда лонгсворд возьму и копье. Меч, потому что они тут... Ну, очевидно, этих скирмишеров понапикают. О, или мне взять тогда всадника, у нас нету. Улыбнулась, нам надо выиграть ботов. Так, ботов! Так, команда подтянулась, улыбнулась, нам нужно выиграть ботов. Ботов, он... Иди на... ВНВ, в Б. Да я ничего не понял. А, это Наполеон и Кварс. Модификация. А. Команда потянулась. Ботов, блин. Ага, против клана. Ну это такое наставление, Сон. Что это все так... Блин. Куда же он пушит?
За мной Кава и Цельсус. Помогай, помогай на бар, помогай на бар. Помогаю, минус 60. У меня лошадь забагалась, у меня сейчас лошадь на всю карту, блин. Сейчас обрез. Ой, сори. Блин, всех ра... Не, меня убили. Очень много я ранил, но... Результата нет. Ну где я живы? Господи, чё у меня с этой лошади не так? Колдун говорит, аккуратней, бей, сам мне, блин, снес. Не, ну тут нереально. Всё, ты чё джавелином мне налутал, как так? Да я не успел. Ну пока мультиплеер не станет супер популярным, чтобы, во-первых, тут много людей было, чтобы рейтинг заработал, потому что даже если они сейчас сделают рейтинг, толку особо не будет, потому что людей мало играет. То есть не найдут просто соперников равных, как в Доте там в той же подбирают, по множеству параметров. Почему там... Кава бесполезна? Так, можно я пойду лучником схожу? Давай. Попробую за варяга сейчас. С копьем. Каким-то ботом. Против клана, блин. У меня, короче, какой-то баг только что был, и у лошади мамлюков седло было как на верблюде. Из-за этого у меня лошадь на всю карту, блин, растягивается. Новая эта фигня. Ой, блин, чё я не заслушал? Минус 63, минус 63 мамлюк. Там мамлюк вообще очень один. Ну, с хаги, вот чё. Он скачет, скачет сзади. Сейчас здесь подскачет этот всадник. Это Хаги. Тебе. Может, если он ошибется, можно его это. Ну, можно тут сидеть пока. Смотрите, пусть они... Смотрите, уже пришли тут собаки. Вы где-нибудь... Ну ладно. Ну они пока там на бету суются, потихоньку подходят, но не это. Еще один всадник. Да уйдите же с прохода, блин, ну что вы так крутитесь? Ой, не могу стрелять, все стали на проход. Я ему написал. Все, он отошел. Вижу.
На С надо. Лукаря должен этот. Беру точку. Но у них еще дохера жизней. Бегу. Сразу меня вот это убило, блин, за дерево. Блин, еще у них жизни. Взял джавелины. Идут они. Нормально. Очко престижа. Кратце слышал, не услышал вообще. Про седло. Бывает. Так, они пикнули, кстати, этих, как они называются, трайбл. Что, у них кавы нету? А, нет, две кавы. Опять все в этом стоят, проходят. Может, не пойдем туда? Такое, я не знаю, зачем мы сюда. А, вот сюда влево можно. Но этот пошел уже. О, отлично. Видишь, прям вкрат попал. Я, блин, специально отошел. Ай, мамочки, уберите отсюда, ты конец. Все выехал. Она снова к тебе идет. А, сворачивается. Пока, выстрекай. Пока не пробуй. Ну, не прикрыли. Там у них три лукаря. Нет, все, меня убили.
Ой, блин. Это проиграл. Господи, как этот конь расплывается. Ну, у них 4, у вас, в принципе, тоже 4. У тебя до сих пор глюк с конем? Банер. Лучник. Меня тут отвлекает, блин. Все, вы вдвоем против троих. Одна против троих. Все. Ну попробую сейчас. Еще раз варяга. Так, у них один всадник и 3 лучника. Стреляют по проходу. Здесь может остаться, потому что они тут да можно, да. Стреляют, понимаешь? Кто опять? О, лучше, черт, лучше сюда пришел. Он убил одного лукаря, молоток. Кратс далеко, он каву их. Я каву надамажил сильно лошадь. Кава объехала на точку. Вернулась резко. Я свой убил рыцарским. А. Их лучники у нас. Я с этой стороны поставил. Господи, ничего не вижу. Да серьезно, 2 раза. Ты че, он тебя пиздец? Ой. Бегу еще раз. Ну, лукарь там мне. Я считаю, Сул не доиграл. По счету считает. О, Лео Кинг. Не... Ну, да, ну, ники знакомые. Вот этот GTX хороший вроде дуэлист. Ой, нам опять этих тимкиллеров закинуло.
Кинкиллера, да? Ну, не знаю. Когда мы проигрываем, я стараюсь очень аккуратно играть в этом плане. А бывает тимкиллю, когда мы там выигрываем, или когда, я не знаю, я там... Да, бывает всякое. Ну, вообще, да, ну да. Просто он так, дерзко разговаривает, этот чувак, как будто он не убивал ДМ два раза за один раунд. Так. Кто там Стургия, значит, Булаву и Пилосы. Вы про кого? Про плюшку, что ли? Да. Это мой кореш хороший. Наполеоник Варса еще. Что-то он выпендривается. Ну, есть у него такое. Мотивирует тебя. Не, меня такое не мотивирует. К тому же я и так замотивирован. Не во мне проблема. На лестнице пехотинец. Иду к тебе. Мало хп у него. У одного мало хп. А, пилос хотел. Да-да, давай одного того запушим. Как раз на Б перетянемся. Ой, красиво. Тут легко. У него хп было мало, я ему сейчас не слышу. Да блин. Где пилосы? А, вот. Все. Ой, тут Якоб. Сильный чувак. Валерия. Че, я один? Да. Не, я еще остался. Или... А, меня сейчас тут всей команды били. Аккуратно, скалой. Бегу к тебе. Господи, дайте кому-нибудь выстрелить, блин, все все закрыли. Бегу к тебе, Крац. Что я хотел? Подойдите ко мне, тут у меня один. Тут они везде. Беру точку. Ой, сори.
щит не брался. Зараза, не взялся. Взялся, блин, это. Столько за этим щитом пробегать. Да у меня там один, потому что не взялся. Я взял этот. Там хотел взять, и задержка какая-то. Чеклава старая. Я твоего друга в мут кину, потому что он не этот. Да, конечно. А, знакомый-то. Блин, мут не работает, короче, прикинь. Серьезно, не работает? Ну, я и не могу кинуть. Почему? Я могу. А, вот, все, все, кинулся, да. Короче, видимо, когда мертв, нельзя было кинуть. Ага. Я уже испугался, думаю, блин, что за хер. Блин, разошлись. Они здесь. Конница едет за Ай, ну ж... Сори. О, красиво. Попробуй, я тогда этого всадника, наверное, попробую. С контусом. На С можете идти, блин. Мы сейчас возьмем ее, как всадники. Ну да, ну просто там остаться, нет? Хотите. По ходу взять. Так, меня тут отвлекают. Тоже, наверное, последняя игра. Надо будет дойти. Выведи его на открытое место, все, не могу стрелять пока. Я его вывел. На лучшую местность. Наш бег куда пропал?
Все, спас. Ребята, а точка, а точка. Быстрее. Меня убьют просто сейчас. Все. Очко престижа. У них один ошлевнул. Теперь у них по три жизни. Не у всех. Ну. Да и три раза варяга они брать не смогут. Один всадник очень мало хп прям очень. Да-да-да, на А поехал. У них остальные только тоже на А. Вижу. Мне снесли пол хп. Не-не-не, тут. На рампу идут двое. Хотимся. Это чё за рампа? А, рампа это подъем на А с нашей стороны и стороны противника. Если интересно, я потом тебе могу скинуть название точек на картах. Мне интересно, мне тоже скину. Хорошо, я в группу скину эту. Беседа наша. Спасибо. На лестнице один. Прости. Раз к тебе идет. Самой точке. Как у меня стрел нету. В минус 89 у него. Убил. Что-то это Алексей нас убивает. Да, кстати, тебя же тоже он убил. Два-два. Нормально.
у нас, которые играют, они, блин, задроты, они постоянно играют вообще. Вот это вот Аудина, вообще, мне кажется, днем и ночью за день играет. Ой, а он девушка или это, или... Да, он... девушка, конечно, девушка, давай к ней быстренько зайдем. А, не, у него там какой-то вроде не девушка на аватарке, за ним будет. Так у меня тоже была не девушка на аватарке, и чё? У тебя девушка была. Это певица, может, там девушка у нее, девушка. Может, она, может, ее это, как её... Не вижу там маленький, там просто портрет. Так какой-то. В этом найди, в этом, в стиме, пробей все. Обычно девушки меня сами находят. Ой, молчи, ради бога, находит тебя. Ничего. Одна колечная какая-то нашла, блин, и теперь он будет говорить, что я у тебя. Все находят, меня преследуют просто. Да, да. По пятам. Них отбиваюсь веслами. Не все равно. Видел? Вот он. Охренел, что ли? Что он пытался сделать? Ой, на меня чуваки бегут. Два штуки. Кто на кормится у нас? Я. На мне пех. Блин, вернулись из собак. Я... Давай их выму. Вот они опять вылезли. Сол, скакай. Блин, куда? В проулок залезли. Ну что, не видишь, что ли? Вот они напротив Б тут вот. Ускакай. Вся точка. Гидбой подходит в деревню. Не, не цель. Наша точечка. Ну где ж? Я бежала, бежала как раз. Отходи, отходи, отходи. Дотяну его, блин. Кава, аккуратно. Точку зоопарки. Охереть. Не садись на вот. Везло. Ой, блин, су. Воу, их трое осталось. Четверо. Четверо, трое с половиной. Помоги, да, помоги им забить всех. Не, ладно, забей на него, идти на Б. Ой, мамочки, тут трое их. Во. Сейчас мне кирдык. Чё-то думал, там своих больше. В проходах тут еще один тарится. Собака
Все, всем спасибо, я пока все.